Добрый день всем! Приветствую вас на вебинаре «Уникальное торговое предложение 3CX». Меня зовут Татьяна Мелушкан, и я являюсь менеджером в компании 3CX по работе с партнерами. И работаю с партнерами из стран Скандинавии, России, СНГ, Украины и Грузии. Цель нашего вебинара сегодня – обсудить уникальное торговое предложение 3CX, которое поможет вам при продажах нашего продукта. Общаясь с клиентами, выделяйте 7 уникальных рыночных преимуществ 3CX – цену, возможность работать с любым вендором благодаря открытой платформе 3CX, простоту установки и управления системой, инструменты для удаленной работы, функционал колл и контакт-центра и опыт мировых клиентов, использующих 3CX. Сейчас мы подробнее рассмотрим каждое из этих преимуществ. Первое преимущество – это лучшая цена. Наше лицензирование основывается на количестве одновременных вызовов, необходимых клиенту. 3CX позволяет вам иметь неограниченное количество пользователей, и мы не берем плату за каждого пользователя, как многие наши конкуренты. Что такое одновременный вызов? Это любой внешний или внутренний вызов, сделанный телефонной системой. Чтобы определить необходимое количество одновременных вызовов, мы советуем использовать следующую формулу. Количество добавочных номеров вы делите на 3 и получаете оптимальное количество одновременных вызовов, необходимых клиенту. Это будет необходимо скорректировать в зависимости от специфики бизнеса ваших клиентов. Например, компании с колл-центром потребуется большее количество одновременных вызовов, чем стандартному офису. Ценообразование, основанное на количестве одновременных вызовов, позволяет клиентам сэкономить средства на телефонии, поскольку они будут платить только за то, что им действительно нужно. 3CX имеет 3 понятных редакции, различающихся по функционалу. В редакцию «Стандарт» включен базовый функционал, такой как голосовое меню IVR, приложение 3CX для iOS Android, голосовая почта, общая адресная книга, 25 участников веб-конференции, журнал вызовов и многое другое. В редакции «Pro» добавляются следующие функции – собственный FQDN SMTP, интеграции с CRM и Microsoft Office, функция ATS для отелей, перевод аудиозвонка в видеоконференцию, 100 участников видеоконференции, очереди вызовов и очереди чатов, отчеты о работе очередей. В редакцию Enterprise дополнительно входит распределение вызовов по квалификации оператора, собственный логотип на экране IP-телефона и отказоустойчивый кластер. Вы выбираете редакцию, которая наиболее соответствует требованиям клиента по функционалу. У клиента есть возможность получить также бесплатную лицензию от 3CX, лицензию редакции «Стандарт» на 4 или 8 одновременных вызовов. А также партнер может предоставить клиенту пробную лицензию любой редакции и любого количества одновременных вызовов сроком на 45 дней. Такую пробную лицензию партнер может создать в своем партнерском портале в разделе «Ключи». Лицензии 3CX легко масштабируемы. При необходимости клиент может перейти с одной редакции на другую и поменять количество одновременных вызовов в любой момент, оплатив лишь разницу в цене лицензий за оставшийся период. Второе преимущество – это открытая платформа. 3CX использует технологию открытых стандартов. Это означает, что вы можете выбирать собственные SIP-транки, номера телефонов, способ размещения и оборудование. Мы не привязываем вас к вендорам. Это является нашим уникальным преимуществом, поскольку большинство наших конкурентов предлагают коробочное решение с размещением, которое включает SIP и проприетарные устройства. Благодаря тому, что 3CX является открытой платформой, вы можете дополнительно зарабатывать на предоставлении своих услуг, например, размещение на ваших ресурсах, хостинг-провайдер, аренда и продажа телефонов, SIP-транки от операторов, с которыми вы сотрудничаете. Третье преимущество – это простая установка. Мы стремимся максимально упростить запуск новой системы, поэтому предлагаем размещение 3CX как на сервере, так и в облаке, что отвечает потребностям любого бизнеса. Вы также можете выбрать операционную систему Windows или Linux в зависимости от вашего опыта и предпочтений. 3CX одинаково хорошо работает в обеих операционных системах. При развертывании в on-premise вам понадобится выделенный сервер, а также вы можете развернуть 3CX с помощью мини-ПК или Raspberry Pi.
3CX протестировано и поддерживается также на платформах виртуализации VMware, Microsoft Hyper-V. Если вы используете поддерживаемые аппараты, IP-телефоны, у нас есть готовые руководства по Plug and Play, поэтому вам не нужно будет тратить часы на настройку новых телефонов для своих клиентов. То же самое касается SIP-транков. Каждый пользователь сможет пользоваться 3CX как со стационарного компьютера, так и с ноутбука и смартфона. Четвертое преимущество – это простое управление. Система 3CX требует минимального обслуживания и проста в управлении. В ней реализована информационная панель, которую вы видите сейчас на экране, отображающая ключевую информацию о работе различных сервисов. АТС информирует администратора, отправляя письмо на e-mail при наступлении важных событий. Вы можете быстро обновить или расширить АТС. А для поиска неисправности реализован удобный интерфейс анализа логов. В информационной панели Dashboard сведены все важные параметры для работы АТС. Они сгруппированы по разделам. System Status. Здесь отображается основная информация о состоянии сервера, на котором работает 3CX. Текущая загрузка процессора относительно его производительности, использование оперативной памяти и диска сервера. PBX Status. Здесь отображается информация о состоянии АТС. Подключенные транки, добавочные номера, количество одновременных вызовов, IP-адреса в черном списке, статус автоматического резервного копирования, результаты проверки сетевого экрана и состояние сервисов. Information. Здесь показаны ключевые параметры данной инсталляции 3CX. FQDN, внешний IP-адрес, FQDN и MCU сервера веб-митинга, информация о вашей лицензии и подписке на обновление. Event Log, Activity Log, журналы для отслеживания критических событий в системе и анализа неисправности АТС. И апдейт обновления АТС через сервис обновлений 3CX. 3CX защищает вашу корпоративную телефонию от большинства известных онлайн-угроз. Например, опция Automatic Global 3CX IP Blacklist поддерживает безопасность вашей АТС, автоматически обмениваясь списком подозрительных IP-адресов с другими системами 3CX в интернете. Или Allow Access from Specific IP Addresses. Опция ограничивает доступ в интерфейс управления 3CX с определенных адресов или подсетей. Extension Security Advisor мониторит защищенность добавочных номеров АТС и выдает предупреждения и рекомендации, если имеются проблемы с безопасностью учетных записей. Веб-интерфейс 3CX прост в использовании и интуитивно понятен для пользователей. Вы легко можете создавать, импортировать или изменять пользователей, создавать очереди вызовов с определенными стратегиями, добавлять SIP-транки, настраивать IVR, управлять IP-телефонами, не подключаясь к каждому отдельно. И многие другие функции, связанные с настройкой и контролем работы системы. Пользователям будет также просто работать с системой 3CX. Например, функция Click to Call позволяет пользователям совершать исходящие звонки на телефонные номера, указанные на веб-страницах, в электронных письмах и списках контактов одним нажатием кнопки. Перевод вызовов. При необходимости вы можете перевести вызов на другого абонента, например, на своего коллегу. Адресная книга. После внедрения IP-ATS 3CX вы получаете общую книгу контактов для всех сотрудников компании, которая будет доступна на разных устройствах – компьютер, мобильный телефон или IP-телефон. Информация между устройствами будет синхронизироваться в автоматическом режиме. Изменения, которые внес один сотрудник, будут видны остальным. В книге контактов хранится информация двух типов – все внутренние номера сотрудников и номера телефонов клиентов и партнеров. Вы сможете легко найти нужный вам номер и набрать его одним кликом мышки. Журнал вызовов позволяет контролировать продолжительность вызова, источник вызова, статус вызова, отвеченный или неотвеченный, время ожидания до начала разговора, время самого разговора.
В данном отчете также можно прослушать разговор. Сам пользователь также может управлять своим IP-телефоном из программного веб-клиента, что включает следующие действия. Call pop-up, карточка вызова, принять, отклонить, перевести вызов на настольном телефоне. Easy Call Transfer Park – простой перевод или парковка вызова. Позволяет перевести или запарковать вызов одним кликом. Индикация присутствия – Presence. Обзор статусов других пользователей. Помогает избежать лишних вызовов, если человек занят или отсутствует. И многое-многое другое. Интеграции с CRM-системами. 3CX предоставляет API, генератор шаблонов CRM, которые партнеры могут использовать бесплатно и предоставлять услуги по интеграциям клиентам. Таким образом, пользователям не придется отдельно переносить данные из одной системы в другую, и это позволит им сэкономить время, сделать ежедневную работу более удобной и избежать ошибок. Пятое преимущество – это удаленная работа. Эта тема стала особенно актуальной в последнее время. Мы предоставляем все инструменты, которые помогут клиенту организовать удаленную работу. Например, используя приложение для iOS и Android 3CX на мобильном телефоне, вы можете использовать нашу систему в любой точке мира. Помимо звонков, вы также можете общаться в чате, обмениваться файлами и подключаться к конференц-звонкам со своего мобильного устройства. Удобный веб-клиент. Поскольку он основан на браузере, вы можете войти в систему из любого места, даже из дома. Все, что нужно, это добавочный номер и пароль для входа в программу. И пользователь мгновенно получает доступ ко всем средствам связи, которые есть в офисе. В своем веб-клиенте вы можете легко создавать аудио- и видеоконференции. Используя систему 3CX, вы можете звонки, поступившие на внутренний номер сотрудника, автоматически переводить на его мобильный телефон. Это удобно, если у работника нет подключения к Wi-Fi или интернету на мобильном телефоне, и он не может использовать приложение. Например, он вышел на обед, но ждет важного звонка от своего клиента. Корпоративный чат заменит вам мессенджеры и коммуникации, в коммуникации с коллегами. Здесь вы можете общаться индивидуально с каждым коллегой, а также создавать группы, которые помогут отправить одно сообщение всей команде. Следующее преимущество – это функционал Call и контакт-центра, который позволяет создавать разного рода маршрутизацию вызовов и контроль с помощью отчетности. Очередь вызовов маршрутизирует все входящие звонки по определенной стратегии. С 3CX агенты имеют возможность входить и выходить из очереди вызовов, или вход в систему можно автоматизировать в соответствии с их сменами и временем перерыва. Как только они попадают в очередь, вызовы распределяются между агентами по мере их доступности в соответствии с настроенной стратегией. 3CX предлагает 13 стратегий распределения вызовов, в том числе вызов всех. Звонок попадает на всех операторов, и первый, кто ответит, будет общаться с клиентом. Равномерная загрузка операторов позволяет маршрутизировать вызовы, направляя на оператора, который больше всех бездействовал, либо меньше всех разговаривал по времени, либо меньше всех ответил на звонки в плане количества. Циклический вызов запоминает, какой агент ответил на последний звонок, и при следующем звонке начинает распределение на следующего агента в списке. Это предотвратит перегрузку первого агента в списке звонками. И вызов по квалификации. Маршрутизация на основе навыков агента, например, язык. Русский, английский, французский. Эта функция является доступной в редакции Enterprise. Также у нас есть такие важные функции, как прослушивание, шепот и вмешательство, доступные в лицензиях редакции Pro Enterprise. Прослушивание позволяет супервизорам прослушать вызов агентов без обнаружения себя или наоборот. Это может быть полезно для последующего фидбэка и коучинга. Шепот может использоваться супервизорами для подачи подсказок новым операторам, при этом другой вызывающий абонент не может их слышать. Вмешательство может использоваться для вклинивания в происходящий разговор. Особенно это полезно, если вы понимаете, вы слышите, что разговор идет под откос. Отчетность о звонках – очень важная функция для любого контакт-центра. Как долго агенты разговаривают по телефону, сколько входящих и исходящих звонков они делают и принимают, какова общая производительность ваших очередей.
Наши отчеты отвечают на эти и многие другие вопросы. На выбор предлагается более 30 отчетов, которые могут проанализировать качество обслуживания клиентов. Панель колл-центра и оператора Wallboard, которая также показана на экране, позволяет супервизорам контакт-центра отслеживать эффективность своей команды по ключевым показателям эффективности и контролировать уровень обслуживания. Он получает текущее состояние вызовов на основе статистики в реальном времени. Статистика включает в себя следующее. Ожидание звонков – waiting. Общее среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов. Количество отвеченных вызовов – answered. Abandoned – количество оставленных, неотвеченных вызовов. Agent busy – количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы. Всего это общее количество вызовов, отвеченные и неотвеченные. И callbacks – это обратные вызовы, количество запрошенных обратных вызовов клиентами. Менеджеры очереди также могут настроить панель колл-центра своей команды с именем и мотивационным сообщением. Это можно легко изменить из веб-клиента. Лайв-чат. В настоящее время потребители ищут разные способы связаться с поставщиками услуг, которые будут удобны для них. 3CX Live Chat – это наш плагин для сайтов, который позволяет посетителям веб-сайтов общаться с агентами в режиме реального времени. У чата есть ряд преимуществ. Он удобен, быстр, совершенно бесплатен для ваших клиентов. Нет платы за звонки. И он доступен во всех лицензиях 3CX Standard Pro Enterprise. Хочу отметить, что можно также настроить маршрутизацию сообщений, чтобы они поступали не на одного фиксированного сотрудника, а на очередь операторов, то есть создавать очереди в чате. Такая функция доступна в лицензиях редакции Pro и Enterprise. Уникальность нашего живого чата заключается в том, что вы можете начать общаться, а затем перейти к разговору с тем же агентом. И клиент, общающийся в чате с агентом, может в любой момент перейти в аудио или видеозвонок. И еще одно важное преимущество – это опыт наших международных клиентов. За 15 лет из стартапа мы выросли в крупную международную организацию и значительно увеличили свой портфель клиентов. Более 250 тысяч установок во многих странах мира. Нам доверяют крупные международные клиенты, такие как Mitsubishi Motors, Harley Davidson, American Express, сети отелей Holiday Inn, Intercontinental. В России нашими крупными клиентами являются Росатом, многие структуры Газпром, российские железные дороги РЖД, Air France в России, подразделения Аэрофлота в Екатеринбурге, Краснодаре, Бишкеке, сеть отелей Азимут, центр обработки данных Ростелеком и многие-многие другие. Рассказывайте своим клиентам об опыте наших международных клиентов. Это поможет вам при продажах. Мы подошли к завершению нашего вебинара сегодня. Уверена, что перечисленные выше преимущества системы 3CX помогут вам убедить клиента приобрести и использовать систему 3CX. Поэтому смело рассказывайте про наши преимущества. Благодарю всех за внимание. Если у вас возникают вопросы, вы можете задать мне их, отправив электронное письмо на адрес tm@3cx.com. Спасибо всем большое и до свидания.